Здравствуйте, меня зовут Медет Тюльгенов. Я преподаю политологию в Американском университете Центральной Азии. В общем-то, женат, имею трех детей, трех дочерей. Увлекаюсь различными вещами. Мастерим кукольные домики с младшей дочкой, на велосипеде езжу, ну и стараюсь заниматься спортом. Если определять политику в большом смысле этого слова, то это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Это не только какая-то политика, которая касается президента, принятия законов, парламента, муниципалитетов и так далее. Политика может возникать в том, как мы обустраиваемся в своих ТСЖ. Политика может возникать, когда мы в своей семье пытаемся делиться на старших, младших, родителей, детей, у кого больше ресурсов, кто добывает, кто распределяет, кто подчиненный, кто старший и так далее. То есть везде, где есть какие-то определенные властные ресурсы и какие-то решения, которые принимаются, исходя из наличия этих властных ресурсов, неважно, это семья, соседи, какая-то, может быть, большая группа людей на работе или же вся страна в целом, везде есть политика. Я думаю, женщины могут делать то же самое, что и мужчины. И в этом отношении они ничем не отличаются и не должны отличаться от мужчин. И здесь очень важно, что все должны чувствовать себя гражданами страны. И женщины, как гражданки этой страны, они должны в полной мере чувствовать свое право участвовать в политике и участвовать в разных качествах. Во время выборов выбирать кого-то или быть самими избираемыми кем-то, занимать какие-то определенные посты и так далее, и так далее. Я думаю, было бы сложнее, потому что, к сожалению, у нас, не только у нас, достичь тех же самых результатов в нынешних условиях женщинам частично, во многом сложнее, чем мужчинам, потому что есть много различных социальных обязательств в семье, в кругу родственников, в общинах соседских, ну и в целом обществе. И в этом отношении большой груз обязательств и каких-то дополнительных нагрузок, которые ложатся на плечи женщин, конечно, служит каким-то препятствием по сравнению с теми же мужчинами, если вдруг женщина решится заниматься какой-то государственной деятельностью, общественной деятельностью или политикой. Я бы хотел изменить, во-первых, отношение всех кыргызстанцев к женщинам, к девочкам, к девушкам, потому что есть много определенного давления, которое проистекает с мужской стороны в отношении девочек, девушек, женщин, это в том числе со стороны самого женского сообщества по отношению к друг другу. И вот это давление, конечно, является большим препятствием. Давление в плане того, что есть определенные ролевые модели или роли, которые в нашем, к сожалению, обществе до сих пор девочкам приходится играть и соответствовать. Там, в определенном возрасте выйти замуж, завести детей, там, быть в каком-то подчиненном положении по отношению к мужу в семье или по отношению к старшим родственникам и так далее, и так далее. То есть вот эти все как бы определенные нормы, которые у нас устоялись и до сих пор медленно меняются, они, конечно, являются проблемой для того, чтобы девочки, которым сейчас, может быть, там по 8, 10, там, 15 лет, могли занять какое-то достойное место в обществе, в том числе и в политике нашей страны. И вот я вот надеюсь, что вот эти нормы будут в течение времени где-то постепенно, где-то, может быть, к счастью, быстрее они будут меняться. И у нас девочки, которые сейчас, может быть, чувствуют определенное давление и неправильное ожидание со стороны общества, они будут меньше этого чувствовать в ближайшем будущем. Но я бы советовал почувствовать себя человеком. То есть неважно, ты мужчина, женщина, девочка, мальчик, ты представитель любой этнической группы, ты здоровый человек или ЛВЗ. То есть мы, как граждане, имеем право, и мы это право проявляем и реализуем, когда мы ощущаем себя людьми, и у нас просыпается так называемое человеческое достоинство. То есть у нас есть право на выбор, у нас есть право на голос, который мы должны реализовывать. У нас есть право в том числе быть избираемыми, у нас есть право активно участвовать в политике, и каждая девушка, женщина, любой гражданин нашей страны должны ощутить, что у них есть полное право выразить свой голос в этой стране. И его необходимо реализовывать, потому что через это в том числе мы можем состояться как полноценные люди.